Все хватает. Фамилия? Пономарев. Громче. Пономарев. Имя? Никита. Отчество? Николай. Подразделение и звание? Ефрейтор. Громче. Ефрейтор. Подразделение? 5 ШР. Командир роты? Капитан Пельмияров. Командир батальона? Осокин. Сколько вас сюда пришло? Где вы высаживались? Как сюда двигались? Высадились в аэропорт. Сколько пришло? Сколько пришло? До 1500. Где высаживались и на чем? На вертолет. На аэропорту каком? Как он называется? Гостомель? Ну вот нет, вот этот, который... Который этот, какой? Где Анны большие стоят. Где Анны большие стоят, понял, Антонов. Антонов. На чем высаживались и когда? На вертолет. Как была доставлена техника? Колоннами. Десантировалась или колонной пришла? Колоннами пришла. Сколько пришло техники, какая? Бэшки, КамАЗ. У нас больше ничего нет. Бэшки или БМД? БМД, который. Понятно. Задача какая у вас была? Удержать аэродром. Удержать аэродром. Какого хуя сюда попиздили? Какая задача была? Вчера поступила команда занять квадрат. И все, мы поехали на технике. Шквальный огонь. Всех подбили. Своим командиром. Грузил раненых. Все забрал, да? Бэшку. Потом мы ебались и все. Понятно. Что с тобой делать? Понятие мужики. Какого хуя ты сюда пришел? Объясни. Я сюда приехал. Свои мотивы, твой личный мотив. Вообще никакой. Я эту войну да нихуя, блядь. Ты свой личный мотив скажи, мне. Ты мог отказаться, блядь, разорвать контракт. Твой личный мотив, что ты сюда пришел? Нам сказали, когда мы уже в вертолете летели. Хорошо. Какое настроение у солдат, блядь? Только честно, блядь. Какое? Читал, блядь, обращение вашего, блядь, ебаного главнокомандующего? Нихуя себе, блядь. Нам. У каждого, сука, командира распечатка, блядь. Так а чего вы ползете сюда? Вопрос я еще раз задаю. Я не знаю, для чего это война. Еще раз задаю вопрос. Настроение у ваших солдат, бойцов. Да никакое настроение. Все не знают, все не хотят воевать с вами. Потому что не понимают, для чего эта война нужна. Понятно. Трупы ваших солдат видел? Конечно. Понятно. Вот так будет со всеми остальными.